Привет, друзья мои! В Израиле наступил сезон цветения жакаранды, или как ее еще называют в Израиле, фиалкового дерева. В Израиле цветущие деревья не редкость. Деревья в Израиле цветут то все вместе, то один за другим, и все разного цвета, яркие, нежные. И вот жакаранда, фиалковое дерево. Оно усыпано все цветами, как сиреневым облаком, потому что листьев на ней еще нет, и никакая зелень не оттеняет сиреневого цвета. Что интересно, жакаранда в Израиле цветет два раза в год. Сначала с апреля по май, а потом в сентябре. Жакаранду завезли и стали выращивать в Израиле еще во времена британского мандата. Израильский климат как нельзя лучше подошел для этого дерева. Жаркое лето, относительно прохладная зима позволили высадить его без опаски во многих частях страны. И в Израиле жакаранда растет даже в горах. Сейчас жакарандой или фиалковым деревом можно любоваться во многих городах Израиля. Ее высаживают вдоль аллей, бульваров, в парках, на площадях. И если в других странах цветение жакаранды означает приход весны, то в Израиле это уже лето.